бурный ветер. Я стою на улице нашей. Это проспект. Как облака несутся, даже видно. Сразу меняется картина. Старый забор. И вот дверь по улице. Сегодня 28 октября 2019 года, понедельник. Рядом вот крыша, видать. Это здание истории, литературы, искусства, культуры Алтая. А был тут краевой суд, где меня судили в 86 году. В августе месяце я судили. Вот я на это место пришел посмотреть. А это растут лиственницы, теряют листву, как облака несутся. Тут отходил я дважды в неделю пешком, на занятия вел в университете ГТУ 18 лет. Видишь, какой забор сделали плетей. Сколько машин. Барнаул занимает одно из первых мест в России по насыщенности машинами.